возлюбленные о Господе, священнослужители, иноки и инокини, братья и сестры, вся паства Каменской епархии, от всего сердца поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова. Праздник Рождества – это праздник радости. А в эти дни испытаний, которые наступили в прошлом году и продолжаться будут в году наступившем, нам очень нужна поддержка, очень нужна радость. А больше радости в истории человечества, чем радость рождения Бога, не было и не будет. Вся история мира разделилась на до и после Рождества Христова. 2023 года назад свет воссиял над миром и принес радость всему творению. Пусть наступающий год будет годом милосердия и сострадания, созидания и единения, годом малых и великих побед. Всем нам нужна одна великая победа. Победа над своими немощами. И если мы победим себя, то мы будем воистину непобедимыми. «Радость моя с сынами человеческими», – сказал Господь, – «а наша радость в том, что Бог с нами». Всех поздравляю с праздником Рождества Христова!